сотрудницу Стройнадзора задержали по подозрению в получении взятки за покровительство управляющей компании. Она получила сертификат на турпутевку. По предварительным данным полиции, 36-летняя начальница отдела надзора за организациями, управляющими многоквартирными домами, еще 4 года назад вымогала у директора одной из УК деньги и получила туристический сертификат на 200 тысяч рублей. За это она обещала не проводить проверок и не выписывать штрафы. Отказать директор не смог. В этом случае подозреваемая угрожала, что не включит в его управление несколько новостроек, расположенных на улицах Можайского и Курчатова. Женщина задержана, в ее квартире и на рабочем месте проведены обыски, изъяты документы. Возбуждено уголовное дело, подозреваемой грозит арест и до 12 лет тюрьмы.